привет! С вами молодежные новости на Норд-ТВ, и я их ведущая Мария Иванова. В этом выпуске вы увидите мероприятия прошедшей недели. 23 января в Нарвском молодежном центре прошла интеллектуальная игра «Сказочный сундучок». Подробности далее. В стенах Нарвского молодежного центра прошла интеллектуальная игра «Сказочный сундучок». Игра проходила для учеников младших классов разных школ города Нарва. Ребята активно отвечали на различные вопросы и проявляли себя с лучшей стороны. января в объект Мультимедиа Хаб прошел семинар на тему киберспорт сегодня. Как он проходил, смотрите далее. В объект Мультимедиа Хаб прошел семинар на тему «Киберспорт сегодня». Менеджеры команд и киберспортивные игроки рассказали, что такое киберспорт, как работает профессиональная организация, а также можно ли стать успешным, играя в компьютерные игры. Среди участников были Владимир Фунтиков, Алексей Слабухин и Денис Костин. В Нарвском молодежном центре прошла интеллектуальная игра «Что, где, когда». Смотрите далее. В молодежном центре прошла игра «Что, где, когда». Участие принимали ребята с 8 по 12 классы. Игры проходят раз в месяц, в последний четверг месяца. Участие могут принять все желающие. А в этот раз победителями стали команда «Лучики» из Нарвской Пехлемяевской гимназии. В Нарвском колледже Тартусского университета прошло посвящение в студенты. Как оно проходило, смотрите далее. января студенты Нарвского колледжа Тартусского университета традиционно отмечают Татьянин день. По случаю праздника в городе прошло посвящение первокурсников студенты, и тема этого года была «Гарри Поттер». Все. С
вами были молодежные новости на Nord TV. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!